всех приветствую. Ясная погода. Я наконец выбрался вот в феврале на первый выезд астрономических наблюдений. И уже с опытом того, как я мерз с ноутбуком рядом с телескопом под открытым небом, приобрел палатку Куб, чтобы в ней размещаться и было комфортно и продуктивно можно было проводить наблюдения. Но сейчас я с этим дела не имел. Буду пробовать ее вместе с вами разбирать и ставить. Посмотрим, сколько у нас это по времени займет. Вот там луна. Так, поставил палатку, рядом буду ставить телескоп и оттуда уже провода внутрь. Взял еще удлинитель, хороший кабель USB, если понадобится. Оказалось, снега сантиметров 30-40 и ножки телескопа на нем стоять не могут, грузнет. Надо подкопать, то есть до земли откопать, чтобы он уверенно стоял, потому что даже если под ножки что-то подложить, но это не годится, его может качать, наклонять как-то. Поэтому берем в руки лопату. Давайте подробнее покажу, как я разместился в палатке с телескопом рядом установленным. Значит, здесь у меня телескоп. Сейчас я его вот таким образом наклонил, когда не снимаю, если какое-то время, чтобы влага не намерзала на корректор впереди, на стекло. И здесь малыш также снимал. Многие просят показать, как на бюджетную технику можно заснять, увидеть луну. И вот у меня кабелючек идет, как видите, внутрь палатки. Питание монтировки идет таким вот образом. Тут у меня в коробке там блок питания. Собственно, это коробка для проводов у меня. Как видите, за ночь уже намерзает влага за несколько часов и тоже пошел питание внутрь. У этой палатки вот таким образом открывается вход. Вот вход здесь. Ну, сейчас без столика я сегодня, поэтому в роли столика выступила табуретка. Значит, стул тут второй, где я разместился, там вещи. Причем есть такие палатки с дном. Это без дна, но не беда. Зашли, застегнули. Я даже покупал удлинитель USB, но в принципе он мне сейчас и не понадобился. Хватает и стандартного от астрокамеры. Так, значит, ну, это так лучше не делать, это понятно. Особенно, если вы уходите на какое-то время долго из палатки, потому что 220, пожар опасно. Но в данном случае я не вижу никаких рисков. У меня тут провода и переноски, все это дело надежное. Дуйчик. В принципе, даже без дуйчика уже более комфортно, чем сидеть на открытом воздухе. Тот же сам ноутбук подогревает воздух, и ты дышишь и своим телом.
Но дуйчик, кстати, хочу взять поменьше. Есть такие небольшие, которые так в розетку втыкаются. Вот, в принципе, и его будет, я думаю, достаточно. Ну, смотря какие морозы. Дуйчик. Дуйчик поставил, как видите, на кусок металла. Подо мной сейчас снега сантиметров 30-40. И если стул с ноутбуком еще не грузнет в снег, то ножки стула грузли. Поэтому тоже под них вот кусочки металла подложил. Еще такой момент. У палатки внизу есть вот такая юбка, или как-то называется. Ее вообще надо в наружную часть, а я внутрь подвернул, как видите. И, например, можно на нее поставить сумки, какие-то вещи. Это домик от ноутбука. У палатки есть два вентиляционных отверстия. Есть окошки. Вот можно открыть, если, допустим, днем, вечером, пока готовишься. Но, в принципе, если палатка светлая, то через нее тоже с улицы свет проходит. Вот. Это 1,80 м на 1,80 м и высоту 2. То есть надо мной вот еще есть и пространство. Пространство. Я руку поднял. Вытянутая рука вверх. Но это я, в принципе, не очень, так сказать, высокий. Телескопчик стоит снаружи на улице. Я нахожусь в палаточке. Включил дуйку. Уже тепло. При том, что даже не закрыл еще полностью вход. Но это при том, что на улице сейчас примерно минус 4 и нет ветра. Ну так, легенький ветерок. Снимаю сейчас на камеру СВ-205 и рефрактор 70 миллиметров апертурой. При этом луна попадает вот так в поле зрения. Так сказать, полностью виден ее почти весь диск. И так как телескопчик сейчас стоит на фотоштативе, на видеоштативе, без часового ведения, то луна так красиво смещается в кадре. Земля вращается, луна по небу движется и уплывает в поле зрения. Ну вот, корректор, то есть стекло на телескопе, покрылось за несколько часов инеем. Вот попробуем сейчас феном на аккумуляторе просушить. Все. Я, честно говоря, даже не ожидал. Фен на аккумуляторе покупал на AliExpress. Ссылку оставлю в описании под видео. Работает! Вот это да, как нам сегодня с вами повезло. До полуночи за несколько часов успел много интересного записать. И луну поснимать, и звезды. И вот по небу поплыли облака. Собственно, как и обещали. И вокруг луны вот уже даже смартфон снимает. Вот такая красота в небе. Преломление света на кристаллах в облаках, на кристалликах воды. Ну а сейчас, конечно, время телескоп разбирать, оставить на штативе видеокамеру и снимать эту красоту. Thank you.
Видеосъемки лунных звезд, которые я сделал в эту ночь, смотрите на канале в отдельных роликах. Я укажу ссылки в конце этого видео. Подписывайтесь на новые видео, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Желаю всем ясного и мирного неба.